Ага, добрый день, друзья. Статистика изменилась. Смотрите, олифью фанеру. И фанера получается у нас из осины. Из осины. Короче, начинал первые листы. Ну, давно не олифил. Ну, как давно? Мы здесь живем 32 года. И вот 30 лет назад точно, да? Даже 31 год назад олифил, да? Вот у нас потопление. Потонули мы. И получается, сейчас заново срывали мы все покрытие, линолеум, фанеру. И вот сейчас заново все эти процедуры олифим. Все заново ремонт делаем. Стены, там мебель выкинули, все утонуло, да? И вот смотрите, какая статистика. Сначала, не знаючи, 10 литров взял. У меня получилось на лист 3 квадратных метра. Это 122 сантиметра на 244. На 244 у меня уходило где-то 625 миллиграмм олифы. Вот 5-литровая такая, да, олифа хорошая. Ну, правильная олифа. Тогда у нее и запах нормальный такая. И получается, затем мне Петрович подсказал, ты, говорит, не жалей там, не так вот валик там в ванночке ты мочишь, да, там и олифишь, а просто вот так разливает тупо по листу и размазывай, да, и быстрее будет, и экономичнее. Так оно и получилось. Значит, первая канистра 5 литров, она ушла у меня на 11 листов, а вторая канистра у меня ушла на 15 листов. Даже вот крайняя, я думал, придется экономить. По периметру просто разлил, думаю, периметр пройду-то тщательно, а в середину уже как получится. Но все хватило, все получилось, все тщательно на всю площадь. Вот, это 26-й лист. Все получается у нас более 76 квадратных метров полы. Ну, вместе с верандами. Вот, получается, все у нас получилось. Завтра дождик, поэтому вчера что-то мне так тяжко было, позавчера 8 листов олифить, а сегодня получается 18 быстро на одном дыхании проолифил. Вот опять же, о чем и говорится, тренировка, тренировка, тренировка. Надо тренировать навыки, и все получится. Вот смотрите, как все тщательно, все вообще очень хорошо, качественно проолифено. Все, вон тот даже угол чересчур жирно. Вот, сейчас его можно раскатать. Поэтому, смотрите, статистика. 10 литров, 2 канистрочки по 5 олифы. Фанера 26 листов. Значит, порода осина, да? Получается, конкретно с сучками толщина 6 миллиметров, ну, нам хватает как бы, и под линолеум. Смотрите, получается вот такие листы. Солнышко уже садится, сейчас просто проветрится и буду заносить вот результат, зачет сегодня 14 октября 2023 год. Вот получается 26 листов минус 8, да, 18 листов. 18 листов вот по периметру дома. В своем доме мы живем. Вот так. Все. Сейчас буду заносить. Завтра дождик. Вот, и будем стелить полы, линолеум. Вот, все, зачет. Очень доволен сегодня. Это мои котики. Котики, 3 котика со мной живут. С нами живут, с Иришкой, с Ириной Борисовной. Вот, было 6, трое попали в хорошие руки. Очень хороший день. Доволен я. Ну, и я на своем ютубе, на своем ютуб-канале Владимир Стороженко говорю про возможности дополнительного дохода. Вот, про возможности дополнительного дохода. Потому что все мы хотим богаче жить. Вот еще 8 листов вчера олифил. Позавчера, да? Вот, все мы хотим богаче жить. И мы 7 лет назад, онкология была, операция, удалили супруге почку, но мы победили. Поэтому знаем, что такое вернуть утраченное здоровье. Сейчас вот ремонт делаем после потопления.
Вот так. Все, мебель вся утонула. Мелочевку мы спасли. Но мы бились двое суток. По пояс воды, по подоконникам, мы с Иришкой вот все это фасовали. Вот на такие столы кровать двухспальная, диваны. И на них вот наваливали большие мешки. Я и в лесу что-то пытаюсь собрать, и в тайге там, и на речке, на море поймать. Поэтому всегда есть тара, мешки, веревки, скотчи. Все это вы, короче, мы фасовали. Вот ремонтик вот такой делаем. Это здесь у нас была карта компании Ламбре. Я занимаюсь 20 лет парфюмерия, косметика уже 21. И здесь была наша сеть нарисована. Вот посередине солнышко, и вокруг нас 150 лучиков. Это вот я нашел от находки до Москвы, до Минска партнеров, обучил их. Из них получилось в 11 уровнях организация 980 человек. Вот получаем индивидуальный остаточный подход, доход от компании Ламбре, парфюмерия, косметика с Франции, с фабрики Техника Флор, 30 километров от Марселя, местечко Алауш, господа Саботеры продвигают эту красоту, вот ароматы с 1774 года. Да? Так что все, у нас есть причина зарабатывать, много зарабатывать, честно зарабатывать, помогая другим людям, поэтому приглашаем посотрудничать. А 7 лет назад пошатнулось здоровье, и мы открыли для себя БАДы компании Full Life Research, исследования для жизни. Вот, БАДы для компетентного иммунитета из молочных волокнов и излишних желтков. Поэтому вот, рекомендуем. И получается, вот 6,5 месяцев меня нашли, увидели мой YouTube-канал Владимир Стороженко. Там 2200 видео про труд, там про здоровье, про технологии долголетия, как дольше оставаться вот в рабочей физической, вот хорошей физической форме. И предложили мне кассу взаимопомощи Бифри. Бифри – деньги на каждый день, деньги на мечту. И вот у меня всегда везло на наставников. У меня Full Life Research наставники, которые зарабатывают больше 1 250 000 в месяц. В Ламбре у меня наставники, которые тоже хорошо зарабатывают. И вот Бифри тоже за 2,5 года Татьяна Николаевна показывает свои достижения. Личный кабинет показывает. У кого серьезные намерения? У кого серьезные намерения? Деньги любят, людят тишину. Но по рекомендации, давайте созвонимся с ней. По моей рекомендации я за вас поручусь, что у вас серьезное намерение. Пообщаемся с Татьяной Николаевной. И вы будете, может быть, вдохновлены, что есть более легкие возможности зарабатывать деньги, если вы их ищете. Да. Мы с вами поделимся возможностями еще и Бифри. Касса взаимопомощи, деньги на мечту, деньги на каждый день. Но это не инвестиции, не брокерские счета, не криптовалюта. Это вот, мы делаем пожертвования, какую-то сумму $30, $75 там, или УЕ, или $155. Я вот три раза по $155 уже получил, вот $450. Вот сейчас мне сказали, что я еще там стол закрылся, у меня $30, $105. Что, черненький? И получается, будем вместе жить, поживать, добро наживать, зарабатывать деньги. Но надо, конечно, и здоровье крепкое, да, поэтому я знаю там всякие дикоросы там, и разными методами пользуюсь я по первому образованию техник-пчеловод. Я вот употребляю каждое утро, чищу зубки там, и вот употребляю по чайной ложечке прополис. Прополис – это настойка прополиса, 70% спирт. Вот с водичкой разводишь чайную ложечку на чайную ложечку, и получишь горлышко, и никакая зараза не пристает. Ну а если что-то по-серьезному, то это, конечно, уже БАДы компании Full Life Research. Вот. И там и детям можно, и беременным, и спортсменам, и всем целевым аудиториям. В 80 странах Минздравы все разрешили, эту продукцию, более 20 лет на рынке. Full Life Research, исследование для жизни, 4life.dv.ru, 4life.com. Потому что, по большому счету, самое главное – здоровье. Даже не деньги, самое главное – здоровье. Когда здоровье теряешь, думаешь, и денег не надо, дай Бог только здоровье, чтобы было, и все, чтобы все в семье были здоровы. Поэтому желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива всех сфер жизни, верные друзья и несколько источников дохода. Вот. И дело это все еще передается по сетевому маркетингу, по наследству. Да? Вот. Ламбре.ру, парфюмерия, косметика, здоровье, БАДы для компетентного иммунитета, Full Life Research, исследования для жизни, 4life.dv.ru, 4life.com и касса взаимопомощи Бифри. Ну и там уже у кого какие таланты, там я вот
большие территории, кашу траву, да, триммерами 250-ми, штилевскими, профессиональными. Там зимой дают тепло в гостинице, четвертый год подряд, вот сейчас буду кочегарить. Вот, потому что там клиенты, которые по всей стране живут и приезжают к нам на Дальний Восток за японскими автомобилями, останавливаются в этой гостинице. Ну, их в интернете называются, они сами себя называют, перегоны, перекупы, да. Сайты такие есть, да, чаты такие есть. Все, друзья, зачет 14 октября 2023 год. Все, сегодня я 18 листов фанеры проалифил. Вот, оказывается, это легко и просто, и быстро. Вот, все нормальненько, да. Ну и рассказал вам про возможности сетевого маркетинга. Почему у меня каждый день хорошее настроение? Потому что у меня есть перспективы, у меня есть несколько вот сетевых проектов, да, компаний. Я знаю руководство, по звонку решаю вопросы там с логистикой, какие-то вопросы там организационные, рабочие, да. Меня знают. Я владею своей профессией, да, и, пожалуйста, и руками что-то делаю. Вот восстановился БАДами и опять работаю, хотя руки у меня в кулаки не сжимаются, видите, просвет. Вот, но я делаю все, и тяпкой работаю на огороде, и ломом, и лопатой, там все, и тяжести. Вот, ну и головой, да, вокруг нас 200 стран с суверенитетом, 300 миллионов русскоязычных людей, кто понимает русскую речь, 8 миллиардов населения. Вот, есть чаты, академии, всему обучают, было бы только желание. Поэтому вокруг нас люди, надо донести до людей эту информацию. Да, кто-то возражает, кто-то не верит. Ну, как Господь сказал, поверь в меня, да, и будешь все иметь. А кто-то говорит, ты мне покажи, я увижу, потом поверю, да. А он говорит, ты сначала поверь и действуй, и увидишь результат. Ну, я, чтобы увидеть результат, я ездил и в Москву, и в Хабаровск, и в Находку, и на медицинские саммиты, и на конференции по компаниям сетевого маркетинга, чтобы увидеть в одном зале очень много умных, талантливых, состоявшихся людей, да, которые себя самореализовали, которых любят люди и уважают, которым они много добра принесли. Я это увидел, но надо было поднять тело и сгонять куда-то, в Москву слетать из Уссурийска, да. Вот, за 10 тысяч километров, да. Я видел этих людей, журналы почитать, на сайте зайти, поинтересоваться, да, ночами не поспать, видео законспектировать, 300 видео карандашиком через паузу, да. Вот, поэтому приглашаю посотрудничать, задавайте самые вопросы, удобные, неудобные, если у вас серьезное намерение жить, поживать, добра наживать, подскажу, вот, что знаю, и познакомлю с наставниками, которые имеют очень большие, яркие и финансовые результаты тоже. Да? Помогай Бог. Звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом +7 914 974 45 45. Черненький, ага, Бова, в кадр тебя не взял, да? Ну давай, иди, мой хороший. Ты ходишь кругами. Котики мои любят сниматься на видео. Они прям герои. Герои Ютуба. Вот. Была кошка и 6 котят. Иди сюда. Кто? Кто еще? Кто еще? Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Вот. Там есть, нас даже в кассете «Коммунар» в Уссурийской пропечатали. Владимир с улицы Вейса. Улица Вейса, это улица такая, в честь милиционера погиб геройски на пожаре, спасая людей. Вот, Вейса 9, Уссурийск. Вот, 7 часов разница с Москвы. Рад быть вам полезен. Владимир Стороженко, YouTube-канал, более 2200 видео моих личных. Вот, там что-то около 150 подписчиков. Вот, про труд, дополнительный доход, здоровье. Вот, помогай Бог. Звоните. Рад быть вам полезен. +7 924 123 24 44 с WhatsApp. Ну что, все, пора заносить фанерку, чтобы не отсырело.